приветствую с утренней молитвы с нашей Киевской архиепископии, Реформаторской Православной Церкви Христа Спасителя. Аллилуйя! Сегодня 6 утра, 16 сегодня августа. И вот по утрам, в 6 утра, включаюсь на утренней молитве, включаюсь в прямой трансляции. Вот, и хочу вас всех поприветствовать словами. Словами из послания, второе послание Иоанна, соборное это послание для всех. Вот второе послание Иоанна, да. Вот третий стих, первая глава, третий стих. Да будет с вами благодать, милость, мир от Бога Отца и от Господа Иисуса Христа, Сына Отчего. В истине и любви. Аминь. Аллилуйя. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь. Вот эти слова я даже обозначил. Да, спасибо тебе, Господь. Обозначил, как именно вот заглавием для этой трансляции сегодняшней. Второе послание Иоанна Богослова, 1 глава, 3 стихом обозначено следующее место Писания. «Да будет с вами благодать, милость, мир от Бога Отца и от Господа Иисуса Христа, Сына Отчего, в истине и любви». Аллилуйя! Аминь! Пусть сегодня и в судьбе каждого из нас этим добрым утром, благословением Господним будет для нас благодать, милость и мир от Бога Отца, аллилуйя, и от Господа Иисуса Христа, Сына Отчего, в истине и любви, аллилуйя. Пусть умножается это в истине и любви, аллилуйя. Шалом, шалом, шаббат, шалом. Вот, слава Богу, аллилуйя, аллилуйя. Спасибо, брат, спасибо. Вот, ну, надеюсь, мы еще до субботы увидимся, вот. Завтра, сегодня у нас четверг, вот, завтра в пятницу будет трансляция вечерняя, завтрашняя, как раз посвященная шаббату. Не пропустите ее, вот, подсоединяйтесь, слава Богу. Господь да благословит нас, аллилуйя. И дальше мысль продолжает, да, Иоанн пишет, уже 4 стих. «Я весьма обрадовался, — он пишет, — что нашел из детей твоих, ходящих в истине, как мы получили заповедь от Отца». Аллилуйя! Вообще Иоанн, он утверждал в своих посланиях, что для отца, для родителя, как бы, да, для него, нет больше радости, чем видеть детей своих, ходящих в истине. Вот, и это прекрасно. Ну, для любого отца, матери, безусловно, будем так говорить, ну вот, отцов и матерей физических, да, нет больше радости, чем видеть детей своих, ходящих в истине, это правда. Вот для духовных отцов и матерей, да, которые духовно рождают детей духовных своих через благовествование, как написано было, вот тоже на самом деле нет больше радости, чем видеть детей своих, ходящих в истине, в любви Божьей, в истине Слова Божьего. Аллилуйя. А наипаче, для небесного нашего родителя, для нашего Отца, сущего на небесах, нет больше радости, конечно же, и в еще большей степени, нет больше радости, чем видеть детей своих, ходящих в истине, в любви, в истине и любви. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь. Поэтому его слова, что он обрадовался, да, как отец, будем так говорить, да, духовный, что нашел из детей твоих, ходящих в истине, как мы получили заповедь от отца, он весьма обрадовался. Вот, и наш небесный отец, сущий на небесах, наш небесный родитель, который есть все для нас, и отец, и мать, и все, для него нет больше радости. Для нашего Бога Авраама, Исаака, Якова. Юд-хей, вав-хей. Аллилуйя.
Аллилуйя, Иегова, имя Его. А для Него нет больше радости, чем видеть детей своих, ходящих в истине также. Аллилуйя. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе, Царь, Царей и Господь Господствующих. И вот этот третий стих, паки и паки. Да будет с вами благодать, милость, мир от Бога Отца и от Господа Иисуса Христа, Сына Отчего, в истине и любви. Аллилуйя! Слава Тебе, Господь! Слава Тебе, Бог богов, Господь господствующих! Аллилуйя! Благословен Бог наш, Создатель всего мира, благословен Отец наш, сущий на небесах, да святится имя Твое. Аллилуйя! Всегда, ныне, присно и во веки веков, благословен Ты, сущий на небесах, благословен Ты, от Тебя благодать, милость, мир. Аллилуйя. Аминь. Аллилуйя. Аминь. Царю небесный, утешителю, Дух истины, Ты, что везде пребываешь, и все собой наполняешь, сокровищница благ и жизни подателю, Ты пришел и вселился в нас, и очистил нас от всякой скверны, и Ты спас благой души наши. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, хвала Тебе. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, хвала Тебе. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, хвала Тебе. Слава Отцу, Сыну, Святому Духу, ныне, присно, во веки веков. Аминь. Слава Тебе, Господь. Боже всемогущий, и как сказано здесь в слове в этом, да будет с вами благодать, Господь. Так оно пусть и будет, Боже всемогущий. Благодать, милость, мир от Бога Отца и от Господа Иисуса Христа, Сына Отчего, в истине и любви. Боже, принимаем эту благодать, милость и мир от Тебя, Бог наш Отец, и от Господа Иисуса Христа, Сына Отчего. В истине принимаем и любви эту благодать, милость и мир. Аллилуйя! Благодарим Тебя, Господь милостивый, благодарим Тебя, Господь много милостивый и истинный, благодарим Тебя, Господь святой, слава Тебе, Господь. Благословенный Царь наш, благословенный Царь. Аллилуйя, аллилуйя, кемашиаха, бакая, баба. Благословен Ты, Бог наш, благословен Господь, Отец наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя. Молимся о соборе, предстоящем в это воскресенье. Сегодня четверг, у нас 16 число, но уже воскресенье, 19 будет, августа, будет собор нашей церкви здесь, в Киеве. Поэтому прошу ваших святых молитв также и в этот утренний час молюсь прямо сейчас. И вместе с вами присоединяйтесь, дамы и господа, братья и сестры, к этой молитве о соборе. Боже, благослови Господь предстоящий собор, Преображенский собор, здесь, в Киеве. Боже всемогущий,
Привлеки, Господь, души, жаждущие, любящие Тебя, Господь. Боже всемогущий, преображающиеся души и жаждущие этого преображения. Благословен Ты, Господь Бог всемогущий. Благослови также, Господь Божий всемогущий, верующих разных конфессий, разных деноминаций. Боже всемогущий, и пусть, Господь, на соборе совершится таинство Евхаристии Божественной, интеркомьюнион, межцерковное, межконфессиональное, межрелигиозное, это хлебопреломление тела и крови Господа Иисуса Христа, Бога нашего, Искупителя нашего. Аллилуйя. Благослови, Господь. Аллилуйя. Аминь, аминь, аминь. Аллилуйя. Вопрос здесь пришел прямо сейчас, вот неожиданно, да, значит, по поводу лютеранского учения. Я очень уважаю лютеранское учение, хотя сам не держусь его, честно говоря, вот, но очень люблю лютеранское учение. Я, значит, часто бываю в лютеранских кирхах, вот, проповедую. У меня много друзей есть, лютеранских священнослужителей, вот, я проповедую в лютеранских кирхах. Вот, хотя сам, честно говоря, очень далек я от лютеранства, но очень мне нравится, очень нравится мне. И это одно из течений христианства, значит, я сам православный, но очень уважаю лютеран, очень уважаю. Вот, значит, и знаете, что действительно разные есть конфессии, разные течения, ветви христианства. Вот, но корень у нас один, это сам Господь Иисус Христос. Основание одно, и древо это одно, многоветвистое такое древо, прекрасное древо, это сам Господь Иисус Христос, это древо. Это древо жизни, слава тебе, Господи, аллилуйя. Вот, и если вы лютеранин, тоже приходите к нам на служение, с удовольствием вместе причастимся также, потому что у нас причащаются все конфессии, все деноминации, независимо от того, вот, какой человек церкви придерживается или никакой не придерживается вообще течения, никакого христианства не придерживается. Если человек уверовал, что Иисус Христос есть Сын Бога Живаго, то добро пожаловать к чаше, чашу Господню воспринимаем и значит, тело Христово. Да, и возьмите себе сейчас хлеба, пожалуйста. Возьмите хлеба. Вот, возьмите, значит, налейте себе соку виноградного, значит, если нет сока виноградного, то просто налейте воды даже. Вот у меня здесь уже приготовлен уже сок, вот, а хлеб у меня вот такой вчерашний хлеб. Здесь прям с пылу с жару брал, выпекали, вот, вот такой хлеб у меня. Он называется, я забыл название, такой очень интересно называется, фатых, по-моему, называется, фатых или как-то, да, очень вкусно пахнет. Это здесь вот на Лесовой, здесь я сейчас на Киото проживаю, и это рядом здесь Черниговская и станция Лесова. И вот на Лесовой на рынке прямо вот выпекают такую красоту, и очень вкусно. С семенем льна здесь, как бы, да, очень вкусно. Вот, и сегодня хочу вот тоже причастие совершить этим фатыхом, по-моему, фатых называется, или фатыр, я не уточнил название, вот, ну, восточная лепешка, одним словом, вот, и сегодня пусть Господь Бог благословит нас во имя Господа Иисуса Христа в этом хлебопреломлении, в этом причастии, потому что причастие тела и крови Иисуса Христа – это причащение действительно таинство, Господнего таинства. И неважно, какой мы хлеб используем, значит, или какое вино, вот, плод виноградной лозы, вот, самое главное, причастие совершается не просто нашим желудком, будем так говорить, ртом, нет. То, что входит в нас, оно не может нас не осквернить, не может нас не осветить, не может нас тем более. Вот, а причастие совершается умом, в первую очередь, и сердцем нашим. И, то есть рассуждение о теле и крови Господа нашего Иисуса Христа. Вот это и есть причастие тела и крови Иисуса. Рассуждение. Вот и рассуждать благочестиво, достойно. Именно каким образом? Возьмите себе хлеба. Иногда нет даже сока. Я просто беру хлеба обычного, вот, ржаного кусочек, и немного воды наливаю. Просто обычной воды. Вот, и молюсь Господу, я знаю это причастие тела и крови Иисуса Христа, потому что само рассуждение здесь важно, само рассуждение.
именно рассуждение о теле и крови Иисуса. А благочестивое рассуждение какое? Христианское. О том рассуждаем мы сегодня и во время любого причастия, хлебопреломления, что Иисус Христос пролил свою кровь за всех нас, но и не только за всех нас, но и лично за меня. Лично за меня. Кстати, Мартин Лютер, великий немецкий реформатор, он очень мудро в этом плане говорил, что признавать, что Иисус Христос, Он умер за всех нас, это хорошо, но это не спасительно. Но признать, что Иисус Христос лично за меня умер, пролил свою кровь лично за меня, вот это уже спасительно, говорит. Вот примерно так вот он изрекал эту мысль. Очень важную мысль. И пусть Бог сегодня благословит нас рассуждать о том, что Иисус Христос принес себя непорочного Богу. Именно на кресте пролил свою кровь лично за меня. Не просто за весь род человеческий. Да, это так, за весь род человеческий. Но лично за меня. Лично за тебя и за меня, за каждого из нас. И Его святая кровь была пролита на Голгофском кресте, чтобы ты и я, чтобы каждый человек на этой земле, всякий призывающий имя Господне, спасся. Аллилуйя! Спасибо тебе, Господь! Благодарю тебя, Господь, за жизнь вечную, бесконечную, счастливую, пресчастливую, за исцеление, благословение, освобождение. Аллилуйя! И потому с верой принимаем в Господа нашего Иисуса Христа хлебопреломление, причастие, божественную Евхаристию. Благодарим Господа Бога Всемогущего за хлеб и за плод виноградной лозы. Благодарим Бога Всемогущего за тело и за кровь Его святые. Аллилуйя! Аллилуйя! Благословенный Бог наш, благословенный Господь. Аллилуйя! И ранами Иисуса Христа мы исцелены. Не просто даже мы все, лично я исцелен, лично ты исцелен, ты и я и ты, каждый из нас на этой планете. Поэтому мы верой принимаем это божественное исцеление, божественное просвещение, божественное освобождение во имя Иисуса Христа. Аллилуйя! И уже в Новом Завете, как сказано было еще у пророка Иеремии, не будет такого больше, чтобы отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина. Помните, как я читал как-то на утренней молитве из книги пророка Иеремии, 31 раздел, 31 глава. На самом деле это так оно и есть. Новый Завет Господа Иисуса Христа, он именно таков. Каждый лично, персонально перед Богом ответственен вот, в принятии или непринятии этой благодати. И пусть, как сказано здесь, пусть благодать, милость и мир от Бога Отца и от Господа Иисуса Христа, Сына Отчего, в истине и любви. Аллилуйя! Спасибо тебе, Господь! Аллилуйя! Благословен Бог наш, благословен Отец наш, сущий на небесах, благословен Господь, благослови нас и прилежащие дары сии, Господь Боже, аллилуйя, аллилуйя. И соверши, Господи, хлеб сей честным телом Христа Твоего, аминь. А то, что в чаше сей честной кровью Христа Твоего, аминь. Приложив это Духом Твоим святым, аминь, аминь, аминь. Слава Тебе, Господь, Боже всемогущий. Благодарю Тебя, Господь, благодарю Тебя, благодарю. Аллилуйя! 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 Спасибо тебе, Господь! Спасибо, 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 спасибо! Принимаю с благодарением. Спасибо, Господь. Спасибо за спасение, за дар Божий Твой, жизнь вечную во Христе Иисусе, Господи нашим, за исцеление, освобождение. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо, дорогой.
Спасибо, возлюбленный. Спасибо. Аллилуйя. Аллилуйя. О, спасибо, любимый. Спасибо, Господь мой. Спасибо, сладчайший. Спасибо, драгоценный. За Голгофу, за кровь я тебя благодарю. За воскресенье твое, за победу твою, за Голгофу, за кровь я тебя благодарю. За воскресенье твое, за победу твою. Благодарю тебя, Отец мой, Бог мой. Благодарю тебя, Иисус Христос, Спаситель мой, Господь мой. Благодарю, о Дух Святой, Утешитель мой, ты всегда со мной. За все я благодарю, за все я благодарю. За Голгофу, за кровь я тебя благодарю. За воскресенье твое, за победу твою. Благодарю, Господь Святой, великий Бог Израиля, Бог Авраама, Исаака, Якова, Отец наш, сущий на небесах, да святится имя Твое. Юд-Хей, Вав-Хей, Иегова, имя Твое, Господь. Благословен Ты, Царь наш, благословен Ты в этом дне, Господь, возлюбивший мир и отдавший Сына Своего, Иешуа ха-Машиаха, Иисуса Христа. Боже, чтобы всякий верующий в Тебя не погиб, но имел жизнь вечную. Благодарим Тебя, Господь Святой, слава Тебе, слава Тебе. Благодарю Тебя, Господь, за причастие тела и крови Господа Спасителя моего Иисуса Христа. И ни в ком другом нет спасения, ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которому надлежало бы нам спастись, которым спасены, которым спасаемся. Слава Христу! Аллилуйя! 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 Утешителю Духа Святому хвала! Аллилуйя! Аллилуйя! Аминь! 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 Аллилуйя! О! Всех причастников, причастниц поздравляю с причащением святых христовых тайн тела и крови Иисуса Христа, Господа нашего Искупителя. Благоставляю всех вас, возлюбленные братья и сестры. Остаются считанные дни. Да, сегодня уже вот четверг наступил. Четверг. Завтра утром пятничная молитва будет у нас утренняя. Вот. Также подключайтесь. И завтра вечером, в пятницу вечером, по уже традиции, встреча шаббата будет субботнего дня, вот, поэтому шаббат будем встречать вместе, подключайтесь. Ну, а кто не сможет подключиться, то уже заранее шаббат шалом вам, как вот Андрей подсоединился уже, заранее всех поприветствовал, молодец, слава Богу. Вот, и также в воскресенье с утра в 6 утра также трансляция будет утренней молитвы в субботу и в воскресенье, как обычно. В субботу здесь, в Киеве, на Вереснева 26, по-моему. Значит, там, значит, Каплица, где Каплица, храм Каплица Святого Иосифа. Вот, значит, а в воскресенье собор нашей церкви будет проходить здесь, в Киеве, станция Метрокловская, улица Леонида Первомайского, 6, с 9 утра. Как обычно, у нас литургия, и сразу начинается соборное заседание. Пусть Бог благословит вас всех, дорогие друзья, благословляю вас, ваши дома, родных и ближних, благословляю
дело рук ваших благословляю. Трудитесь во имя Христа Иисуса. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир во имя Иисуса Христа. Аминь. И ни в ком другом нет спасения, дамы и господа, братья и сестры, ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись, которым спасены, которым спасаемся. Слава Христу, Искупителю рода человеческого. О, аллилуйя! Кровь Христа омыла меня, кровь Христа освободила меня. Кровь Христа исцелила меня от всякого греха. Слава и хвала за кровь Твою. Слава и хвала за кровь Твою. Слава и хвала за кровь Твою, любящий Иисус. Аллилуйя, аллилуйя. Кровь Христа исцелила меня. Кровь Христа освободила меня. Кровь Христа навек спасла меня от всякого греха. Аллилуйя, спасибо тебе, Господь, спасибо тебе, Боже всемогущий. Аминь. И вот Николай там написал: аминь, 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 аминь. Пусть Бог благословит вас всех, дорогие друзья, из города Киева, Божьей милостью, архиепископ Сергей Журавлев, Реформаторская православная церковь Христа Спасителя, Киевская архиепископия. Мир всем вам и благодать. И вот то, с чего начинал, этим завершаю местным писанием. Второе, Иоанна 1:3. «Да будет с вами благодать, милость, мир от Бога Отца и от Господа Иисуса Христа, Сына Отчего, в истине и любви». Аминь. В истине и любви. Аллилуйя. Аллилуйя. Аллилуйя.